Еще раз всем привет, дорогие друзья. Мы врываемся с консолидейшн файналом CS Summit третьего сезона. Вторая карта, выбор команды BIG, The Dust 2. На первой они не сумели вообще никакой борьбы навязать. Оптик в хламину, проиграв первый нюк, где они были гостями со счетом 16-4. И, видимо, на пистолетке тоже все пошло не по плану бегов. Извиняемся, друзья, за это. Но... за то, что на пистолетке не получилось? Нет, за то, что вы ее особо и не увидели. Она пролетела как молния. Ну что, беги играют один экономический, значит, не было бомбы. Мы видим по 2000-2300 Тапсона. Пытаются зайти в шорт. В принципе, уже на старте зигзага команда. Ну и сейчас, я не думаю, что вот с таким подбором пистолетов, учитывая дальнюю дистанцию, что-то получится. Скорее всего, конфиг здесь просто нафармит вместе со Снэппи, который находится на длине. Но посмотрим, если упадет Снэппи, может быть, зацепит и Юджин. Скорее всего, скаут также не промахнется. Ух ты, конфигу прилетело, вот это поворот. Но у Снэппи, по-моему, все под контролем. У него длина. Один, Easy. Второй. И давай, третьего просто можно Сиспа затыкать. Он же понимает, что у соперника армора нет. Но вот конфиг, по которому попали с самого начала, из-за этого и не смог дать два килла. Может даже... Oh. Нет, не будет бомбы никакой. Попадание от Юги, 2-0. Ну что же, изи раунд для парней. Отлично сыграно. Оптик, ждем. Отличный оружейный раунд. 5 калашей, хорошая закупка. Все вторые арморы... Что по гранатам? Да тоже все хорошо. Команда BIG попытается, конечно, сыграть сейчас какой-то интересный раунд. Обычно мы знаем их любимый фирменный стиль в атаке на втором дасте. Это провести смую в яму, оставить там авик и после этого сплитовать точку там через шорт. Ну, вновь длина, конечно, авика нет, но тем не менее направления все те же. Это, конечно же, изначально пошаговая стратегия в атаке от BIG. Занимают длину. Это для них длина на дасте втором, как инферно на банане. Они вот... Сначала занимают ее, а после этого начинают вот строить свой раунд. И так было во многих последних вторых дастах. Об этом должны прекрасно знать оптик. Даже, в принципе, здесь можно и тайминги определенные вычислить у оппонентов и просто по таймеру работать. Но, мне кажется, кстати, оптик готовы. Увидев эту стрельбу на нюке, эту подготовку, четкую игру, мне кажется, парням вполне по силам. Даже может быть выиграть чемпионат. Но смоя против, минус Снэппих. Отличное начало. Плюс один для атаки. Но, опять же... Мы видим, какие девайсы оставляют в руках. Но тут особо и выбора не было другого. У ребят из оптик. Воу. Бомба упала. Хороший поджим в исполнении Ника. Но вот огневой мощи немножко в этом раунде не хватило. Оптик плюс они отдали базу Б. И теперь BIG прямо туда и будут заходить. Можно, наверное, сейвить девайсы. Но уже зацепили Юджи. Тизиан. Отличный хэдшот. Конфиг так все пострадает с лонга. И все. Каджумп. 1-4. Это первый раунд в атаке для команды BIG. Ничего сложного, как-то изи зацепили первого игрока в районе шорта. Тут еще и на нож. Тапсен, он нашел все-таки свою жертву. Кто смотрел карту нюк, пожалуй, помнит попытку Тапсена сделать фраг с ножа. И по итогу отданный раунд команде Опти, как и всю карту. Но сейчас он свою жертву нашел. Так, ну окей, Тапсен, Ника докупает дигл. Все-таки решили Оптик, что... Ну, раз выиграли первую карту, давайте не рисковать на втором дасте, если будет у нас шанс. Просто поработаем с оружием. Могли форсануть, но решили, что не стоит, наверное, это делать прямо сейчас. И давайте посмотрим на их идею. Да идеи особо нет. Стали по позициям. 3 плюс 2 центра отдали. Ну и смотрим в шорт. Смогут ли остановить? Нет, не смогут. Хотя чуть-чуть поработал Снэппи. Ну да, если в прошлом раунде с Юмпом не получилось, сейчас хоть с P250. Но 3 в 4, нечем сражаться, команде Оптик осталось для бегов только пройти машину. Довольно открытая позиция у конфига, отсутствие армора, как следствие, легчайший минус. Да и пистолет там был такой неподходящий. Вот Ника с диглом, может быть, еще кому-то повесит, но, скорее всего, раунд уже завершен, бомба установлена, 4-2 ситуация, мы себе дожимают, Каджумба! 7 хп оставил Гобби, обидная ситуация, и уже нашли Ника. Легчайшая концовка для бегов, минус от Некса, счет 2-2, ну и, возможно, 2 авика даже сейчас будет, хотя, ну, давайте посмотрим. Ну, Юги 6200, это хорошо, второе АВП. Да нет, второго не будет никак, однозначно, там все очень сложно по деньгам, докупается эмочка, первый армор, гранат минимум один смоук, купил конфиг и, ну, давайте за Юджи посмотрим, этот парень может. Он конечно, как-то вот нестабилен в этом году, он даже, вот, по-моему... В начале года был такой более резвый, как мне казалось. Но сейчас резвый выход от бегов. Крайне быстро они занимают центр. У них есть сплит через тэшку. Игроки 4-1, это Кажун по Ника, защищают Б. Плюс поджим в КТ. Там уже находится конфиг. Так, хорошо проспамили через дверь Каджунба.
Ой-ой, влиться никуда не могут, ни в одну сторону, ни в туннель. Их зажимают с двух сторон, только пока что смоки спасают. Тапсон дает минус СВП, и это хороший раунд. Два атаки на своей карте, на точку Б, сплит. Но там, правда, хелпа уже все ближе и ближе. Так, Аджун, видимо, смоки рассеялись. Есть инфа по двум в туннеле, и тут еще может это сработать. Но нет, отличная игра. Смуя, Тизен, Снэппи, размен, 2 в 3. Красный Смуя, ну может быть, еще кто-то влетит и даст минус. Нет, 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 никто не спешит. Снэппи, Юджи никуда не торопится в этом эпизоде, и Бигин, он явно намерен отыграться по ходу этого финала нижней части сетки, и, в принципе, дальше трейн, но, конечно, пока рано про это говорить, но начало довольно боевое. Сейв 2 АВП выглядит вполне адекватно. Ну, однозначно, хотя это вряд ли позволит Оптик закупиться в следующем, но пока возможно, что позволит выиграть раунд. Да, такое бывает на карте The Dust 2, да и вообще, наверное, на других картах. Тут дело в том, что беги уже поувереннее смотрятся, нежели на нюке, как минимум. Пусть пистолетный раунд проиграли, но вышли вперед. Это уже показательный момент. 3-2. Так, друзья, немного лайв-статистики. Хотя нет, наверное, дождусь все-таки до результата третьего раунда, а потом вам ее озвучу. То, что происходит по показателю стартовых, точнее, опен-дуэлей, первых контактов. Ну и что у нас там по АДР на данный момент. Тут тоже довольно интересные цифры будут статистики. Ну а пока, да, два вика в защите, парочку диглов, сьюз помп, каджун, ПВП также у Гобби за атаку, 4 калаша, и все та же стратегия, занимаем длину, после этого отжимаем центр, играем сплит на точку. А либо фейчок также есть в арсенале команды BIG, все, опять же, это знают, демки есть в открытом доступе, это не секретная информация, но, опять же, пока по стрельбе, вот и по игре не получается Оптик остановить своих оппонентов. Так вот, друзья, хорошо пока что Смуя, вот выходит 2-0, но действительно разносит всех соперников. Его не остановить. Снэппи также неплохо из Оптик поднимал. 2-1 у него по стартовым дуэлям. У остальных там 0-1, 1-0. Это такая не супер важная информация. Да, но пока проход по длине. И повезло, с одной стороны, Оптик, что оба снайпера у них играли под А-точкой, но очень жестко прошли первого из них. Следом Тапсон. Парочка голов, конечно, Йоги принимает, но хватит ли этого? Да, нужно тут просто всех уничтожать. Смоки, конечно, останавливать этого парня. Где же нигде в РСПе, он никуда не успевает. В общем-то, спину, да, можно уже не смотреть, но убить всех здесь будет крайне сложно этому парню. По, кстати, АДРу, там ужасная ситуация пока что у Некса и Каджунба. Там 31 дэмэдж, единица урона за раунд. Но, опять же, тут только первые 5 раундов, дальше будет повеселее. Беги забирают четвертый по экономике. Ну, по-прежнему такая неприятная ситуация у Оптик, но сейчас они играли экономически за сейлинными девайсами, поэтому должны сыграть. Ну, я бы не сказал во все девайсы, но темки точно будут. Ну, и авик Юги точно сохранит. Ну, дальше Оптик должны быть хорошие деньги. То есть им насыплют 2900. Да, уже 2900 получается за следующий раунд, плюс 3200. С экономикой все четко. Ника бежит за авиком, но не засейвит его уже никак, разве что отстрел какой-нибудь. Ты какой хитрый, Ника! Ну, хорошая попытка. Вот так попытаться забрать сейвящих в яме соперников. Так, это nice try. Можно вновь играть 2 АВП. Опять же, действительно, тут вообще хорошо сэкономили ребята. Второй авик докупается моментально, но и, скорее всего, это вновь закрытые позиции. По плантам сядут ребята, отдадут центр. Хотя это в прошлый раз ни к чему хорошему не привело. Возможно, будет какой-то апгрейд, либо все-таки пойдут и примут эту длину, сколько их можно туда выпускать, если их там остановить. Да, 3 длина у нас играется раунд от Оптик. И тут будет, наверное, решен раунд. Выходит Смуя. Флешка на Смую, Молотов, но немножко не туда он залетел. Вообще никто не пострадал из игроков BIG от него. Кстати, один из первых раундов, где Оптик реально попытались навязать борьбу на длине. Параллельно с этим поджим верхней темки от двух игроков Оптик. Вся необходимая информация уже есть. BIG будут, с другой стороны, заходить через короткий, скорее всего. Самое смешное, что вот как-то вот слишком пассивно играет команда Оптик сейчас в защите. Что там у Ника на нижней? По-моему, отличная возможность сделать килл, пока кроме ее Ника, поймал да. Конфиг. Ника, отлично идет. Ника, давайте посмотрим. Нет, полетело ему в голову от Некса. Да, это было шорта. Друзья все-таки заметили в тэшке. И, видимо, неудачный тайминг был для Ника. Он так долго ждал там на ступеньках своих соперников. Пошел вперед и сразу получил. Ну что, беги понимают, что их поджали. Они понимают, что соперник их ждет на точке. А и вопрос, как они собираются выходить. Гранат, ну, 2 набора остается. Ну, плюс там лишний смог от Некса. 52 секунды. Они просто халдят. Отлично. Нет, Оптик молодцы. Все-таки Снэппи пошел поджимать. Сейчас будет 100% информация. Но вопрос, выживет ли здесь Юджи хотя бы секунд 10 еще на пленте. Потому что, ну,
Да, в спину поджим хороший, но опять же, спину себе будут точно смотреть ребята. Они все выходят с одной точки, и по-любому кто-то смотрит спину. Юги сумел дать фраг, плюс конфиг вырывается из дыма, как зверь из клетки. Очень важный размен. Снайпер все это время поджимал, ну и сделав фраг, его Тапсон разменял, конечно же, но следом Юги его забрал. Ну, прекрасная комбинация от оптик и поджима, при этом с разных направлений поджималась и Темка, и Снайпер уже в конечном итоге здесь вышел. Беги немножечко зажали, все-таки, я не знаю, почему у них было время, они могли попробовать вернуться там в Т-шку, разыграть сплит на точку Б, но решили, что просто холда будет достаточно в этом раунде. Немножечко недоработали, я бы сказал, и были наказаны. Отличная, опять же, хорошая приемка от UG парней. Длина. Вновь здесь борьба. Три игрока обороны. Молик, проход. И надо дожимать его за ящиком. Ну, туда отправляют хаешку. Не слишком много урона она вносит. Продолжает контролировать. Но тиммейты будут помогать смыва, что бы то ни стало. Да, конфиг думает, что уходит соперник. Пытается а он в релоуд зашел. Красавчик также смыва. Но, правда, 39 кп досталось. Выгнали из длины бегов. И жаль, что никто там ни мидл не пушит, ни тэшка в этот момент. Оптик стоят по позициям. Ну, а здесь все сначала, как говорится, для бегов. Длину не продавили. И теперь нужно вот все чекать, проверять, тратить гранаты. А гранат уже... 6 штук всего на всю команду. Молик на мидл, чтобы наиболее безопасным образом пройти эту точку. И у команды BIG будет сплит. Кстати, хорошее решение. Только два опорника на Б. При этом далеко не факт, что халпующие смогут что-то сделать. Там, скорее всего, Юджи будет падать респаун. И вопрос, как будет отброшен смоук. Если будут просветы, то даже Юджи еще, может быть, как-то просуппортит. Нет, пошел суппортить конфиг как раз. Ну, окей. О, как долго, беги, но вас просто ждут, уже даже перестраиваются под эти направления ребята, правда, вот все равно не хватает на точке, один хороший минус, размен, неплохо зашли, авик. Но флешка не самая приятная для Кажунба, конфиг при этом падает, и Кажунб ничего не может сделать с этим. Все решил Некс вот этим минусом, отвлек Кажунба, правда, он все-таки забирает соперника, но и есть еще боевая ситуация, в которой можно порубиться 3 на 3, никого не будет в тэшке, видимо, оптик. Нет, пойдет номер 2, это снэпит, его ожидает номер 6, Смуя с авиком, неудобный угол сейчас, да, отлично отработал Смуя. И все, сейф, я так понимаю, да, с двумя авиками вбивать уже не получится бэплэнд. Вообще, во многих, знаешь, последних ретейках на дасте именно бэплэнд, та, которые я видел на темку, стараются забивать, потому что уж слишком сложно проходить поджимающих игроков атаки, сейвящих бомбу. Но здесь не было, наверное, иных вариантов, когда у тебя два авика, ты должен работать рифлером так с противоположного направления. Ну что же, печалька для оптик после взятого раунда, когда они сбили серию из 4 проигранных подряд, парни моментально отдают раунд. То есть с экономикой все становится очень плохо. Но вот, опять же, есть единственный плюс. Ребята взяли 2 ВП. Очередной раз и сейвят по деньгам. Но тут дроп будет сложно какой-то вот найти. Наверное, нужно что-то думать на 2 ВП. Какой-нибудь тавер в центре поставить с авиком. Просто выйти кому-то на длину, там, на по респу, отстрелить своих оппонентов. Кстати, по респауну у нас номер 3, 4, первая у защиты. Но это как раз, по-моему, не те ребята, кому нужно выходить. Да хотя, в принципе, там... Все равно нужно идти и биться. Опять же, длина чуть ли не всегда разыгрывается бегами в начале, поэтому почему бы и не попробовать. Но в конце концов они подловят оптик, наверное, на этом элементе, сыграют быстрый раунд на точку Б. Возможно, вообще это безумную аркаду без гранат просто на ноге вылететь и понадеяться, что игроки обороны Бэплэнта, стоперы не дадут гранаты. Ну и вот вам, пожалуйста, лайфкэфы от нашего партнера GGBet на победителя второй карты. Ну и тут уже все меняется. Расклад в этом БО3, ставки на бегов, по крайней мере, на втором дасте. Ну, потому что сейчас по факту они фавориты. Все-таки форс? Да. Хорошее решение. Ну, я считаю, по 2 АВП, почему бы и нет. Можно попробовать, тем более, что неинтуитивно для BIG ожидать этого форса. Хотя пока... Очень медленно из-за длину не сражались. Да. Берлин Интернешнл Гейминг, куда снайпи пошел поджимать. Ну, смотри, вот подошли по точку Б и ждали вот гранаты. Будут, не будут? Гранаты все-таки были. Если бы не было, они бы, я уверен, просто вот шагом вышли бы на точку Б и попытались бы отстрелить опорника. Но прилетел смок, и теперь просто дефолтный раунд. Проходит нижнюю тэшку, чекают поджим шарта. Кстати, вот там есть соперник Юджи. Ну, это Кажун ЦВП дает хороший минус. Его пытаются зажать. Здесь конфликт прикрывает своего авика. Сверху Юджи ничего не может сделать. Да, он конечно, поставился. Конечно, есть же все-таки конфиг. Даже после смерти, прокинув эту осколочную гранату, сделал свой фраг. Конечно, а плент отдали, и BIG этим воспользуются. Будут ли вообще выбивать оптик? Надо пробовать. Ну что, ребята, неужели никто не пойдет? Неужели не понимаете, что вы просто вам пролетели
Шорт, что команда Биг играет довольно прямо линейно на этой карте. И ой-ой-ой. Хорош снайпи, это было красиво. Вроде спиной шел все это время. Дальше подставляться нельзя, так что снайпи... Видел ну, двух. Да, хорош, должен Видел работать нет. пассивно. Он выживает, самое важное дает. Хупа, далеко. Его дожмут. Его просто продавил Тизи, он сел на голову и расстрелял с калаша. Дальше Может размен Ника. От Ника давайте смотреть? Нет. Хороший минус по Ника. Два фуловых игрока сейчас, да. Ну, уже не фуловый Смуя, но... Каджумп сейвит АВП, друзья. Такой рисковый раунд, рисковая закупка от Optic заканчивается, ну, к сожалению, особо ничем. Три фрага, да, были, выбили немножечко экономику из оппонентов, но, в общем-то, счет 6-3. Пока что по-прежнему хорошая атака на втором дасте. Такой себе классический DDoS 2 мы смотрим. Я не удивлюсь, если все закончится счетом 9-6, 8-7. Хотя и у бегов появляется возможность сейчас... набрать и экономику, и раунды, и так, в принципе, деньги есть. Ну и, в общем-то, так же хорошо отыграть на своей карте, как это сделали Optic. Еще раз напомню, кто пропустил нюк, Optic разнесли в хлам. 12-3 за атаку, выигранная первая половина и просто добивание во второй. Ну и в этот момент даже вот появлялись мысли, что беги, возможно, и на дасте будут выглядеть так же беспомощно, потому что казалось, что их половине эпизода перестреливают. Пожалуй, да, но на нюке, как мы можем заметить, беги просто разминались, поняли, что да, карта не конкурентоспособна, надо поработать, но на дасте все иначе. Нельзя сказать, что зеркальная картина, но пока беги фавориты. Ну, почему ушла подсадка? Побоялись, видимо, что уже подходит... О, ребята, это провальчик, уже длина проходит... Авик, дух, не снял скальп. Конфиг, к сожалению, своему сопернику. Минус от Смой. И пока вот я говорил в конце первой карты, посмотрим, кто из Авиков будет доминировать. Пока доминирует Смуя в атаке, что очень, ну так, впечатляет. Минус от конфига. Но это уже попытка просто сохранить оружие. Седьмой раунд в копилке бегов. И не так широк полраунда в команду Optic. Не в последнюю очередь. Дачанам нужно задумываться над тем, как более эффективно защищать базу Б. Потому что многие раунды, особенно ключевые, были как раз здесь проиграны. А, на всякий случай, Тапсон даже не стал сразу ставить бомбу. Тиммейты были далеко. Мало ли где находится конфиг. Ну, зажимают сейчас в банке. Конфиг не попадает. И теперь его точно дожмут. Ему нужно вливаться в гоба. Но это мы видим мини-карту. А конфигу непонятно, где же там все остальные соперники. 7-3 с бегами. Ну что по фрагам там, ребята? Каджун 3, 3 ника. Пока не очень получается. Юджи 6 тоже особо не впечатляет. Пока неплохо там снэпи местами настреливает оппонентов. Конфиг 6, так где-то средненько. Но вот такой супер игры, как было на карте Дунюк, мы пока что не видим. И если сейчас не включится последние 5 раундов половины, то можно доиграться до такого же жесткого счета, как и на нюке. Битва за длину, две флешки, но Тапсон ни одна из них не залетела. Что ж ты делаешь, Снэпи? Юги, конечно, нашел свой размен, забрал, между прочим, шорт, по которому Смуя уже выходил, и конфиг топит в Тапсона, не выпускает банку. И только лишь благодаря тому, что патроны заканчиваются, Тизиан забрал конфига, но Юги-то уже здесь. И беги, проигрывают раунд, хотя все так хорошо начиналось. Подставился Снэпи, и все. Ну вот видите, за счет того, что на первом респе был не основной снайпер, получили очень неприятную ситуацию беги. Да, первый минус дал Тапсон, по-моему, он был с АВП. А когда вышел на второго, ну, скорее всего, Смуя бы точно и второго бы убрал бы сразу бы с этого шота. Но опять же, Тапсон не Смуя, и вы видели промах с АВП, и потом жесткий отстрел уже в исполнении команды Optic. Там и Юджи выпал с длины, и отлично сам конфиг настрелял. Но все равно интересно играет команда Big на втором дасте. Как бы вроде бы все знают про них, но никто ничего все равно с этой длиной не может поделать. Правда, вот на этот раз не прошло. Да, на этот раз. На этот раз беги, ну, я имею в виду текущий раунд, решили забить. На нее понимаю, что Optic контрят. Такой подход к отыгрышу на дасте втором. Ну, тоже ушли уже в защиту. Надоелись этой длиной беги, как бы уже перегибают палку, как бы их постоянно ждут уже. Кстати, вот уже перестраивается сама команда Optic, они уже думают, ну хватит уже, даже бегам, наверное, после этого раунда надоест пытаться выходить с этой позиции, попытаются что-то другое. И пока что мы видим трех игроков в центре, занятие шарта, кстати, бомба идет первым номером. Ну, видимо, это не так важно для команды BIG. И вновь глухая оборона Optic, ноль инициативы. Ждут оппонентов, боятся за экономику, денег нет, касок там тоже почти у всей команды нет. Кажун подставился под Тёмку, перестреливался с как раз-таки верхней Т-шкой, потерял 80. Они, наверное, думают, пожалуйста, придите на, чтобы Южи их настрелял с ВП.
Ну, посмотрим, куда пойдет команда BIG. Они тоже ждут соперников, ошибки. Посмотрите, Смуя, как вычисляет пиксель медлей и ждет кого-нибудь из КТ спауна. Так, ну что, пошли в центр. С бомбой. Да, будет сплит. Будет сплит и конфиг. В одном из прошлых раундов клёво играл через КТ, пока что молотов никуда и сквозь смоки конфиг. Его нужно контрить сразу. Дает красивейший килл. Тапсон в размене. Который должны забрать. И отлично вновь заходит на точку Б. Вот сплит и Б здесь проблема. Оптик, да, если длино не могут справляться. И уже это показывали. То сплит Б как-то в центре проходной двор постоянно. Но из-за того, что ребята играют 3 длина и двое закрыты на точке Б, возможно, все-таки стоит рисковать. Он тоже ходить с ВП на мидле, ловить соперников, воевать вдвоем. Иногда удивлять, там, отдавать там точку Б, например. То есть, как бы варианты есть. Но когда вы просто вот делаете то, что от вас ожидают, то, что все, в принципе, видели по 1000 раз, то, понятно, результат может быть не в вашу пользу. Сейв от Оптик. Ну да, мы уже обсуждали этот момент. Большую часть раунда в беги как раз под Б и брали. У них получился там форс выиграть на еще один девайс, но все остальное было в Б. Ну, знаешь, ну видно, что не их любимая карта. Но как бы не делать ничего, это тоже, как бы, я считаю, неправильно. Но как бы есть ДМки, ты видишь, что приносит пользу на этой карте. Как играет сейчас защита. Постоянная динамика, постоянные поджимы. Там они, ну, конечно, все подготовлены к сопернику, это раз, это вообще отдельная история всех современных матчей CSGO, ну, скорее всего, обычно так должно быть. Так, сейчас, извините, друзья, обратил внимание на экономику, что неужели вновь два авика, и неужели аркада Б плента? Ну, и опять же, ты видишь кучу всяких фишек, пуши шахта, пуши злины, ну... Кажу, сам ВП, но здесь первую роль играет Ника. 3-1 размена, не получается пропрыгнуть Ренеборга. И второму, красиво. Ну, пожалели немного гранат на этот выход. Беги, пытались работать темпом как можно быстрее. Да, они просто, по-моему, вот решили уже с ума сойти от разнообразия раундов. Решили, а давайте попробуем Б зарашить, но обычно так это и заканчивается. Просто раш Б. Нет. Это слишком жестко, парни. Пятый раунд для команды Оптик. Так можно и шестой, и седьмой забрать. Это, конечно, жесткий будет результат для Оптики. Это, я считаю, очень хороший. Берешь пистолетку, там не отдаешь форс, хорошо начинаешь, убиваешь экономику из защиты. И, в принципе, ты можешь точно так же спокойненько выигрывать эту карту. И даст два вообще очень интересные. Снова раунд Б. На темпе работают беги. С самого начала раскидав темку, они решили сплетовать через центр. Конфиг. Здесь работает клево. На два убийства. Но что-то нужно сделать Каджунбу. Ведь, ну, хотя бы один килл, или его заберут. Красиво. Да, и там сзади тоже остановили игроков. Выбили бомбу. Тут уже Тизиан без бомбы пытается стрелять. Каджунба, и Каджунба отлично работает с УП на точке Б. Вот, пожалуйста, шестой, деньги. А денег-то и нет уже. Вот это поворот. И вот результат сейва. В чате многие троллят, мол, сейфтик и так далее. Сейвят каждый раунд. Но если бы они не сохраняли эти девайсы, им бы не удалось удерживать экономику под контролем. Еще в последнем раунде, несмотря на то, что беги вели всю первую половину, оставить их же без денег. Ну, знаете, у нас так повелось, да, в Counter-Strike, то, что именно датчане, это датская школа, что... Я не скажу, что там датчане... жадные, любят деньги, но как бы они понимают, как работать с экономикой. Ну, и... здесь это к месту. Вот, например, взять раунд, где ситуация 3 в 3 была при установленной бомбе, но у Оптик было 2 АВП. Ну, не выбьешь же с ними. Конечно, конечно, все правильно делают. Каджун в снэпе все-таки дает минус 2, плюс 1 для Оптик, что подобрали. Одну М-ку. Пока не самый лучший вариант. О, а это неплохо. Смуя забирает Юджи. Ну, Юджи правильно, наверное, выходила, стреливать длину. И здесь было правильно, но просто как-то никто не попадает. Минус от Тизина. Каджун идет на помощь. Да тут просто рубка на длине. Хаешка помешала конфигу что-то сделать. Ника подсадили. По-моему, его контролируют, но авика нет. Опять же, вернемся к разговору о сейвах. Астралис, Зоник. Это было вечно. И там Инферно. Неоднократно мы видели, команда рисковала, там могла играть 5 на одной точке. На Дайсе в свое время там в 1.6 такие фишки были. И в CSGO такое. Можно проворачивать. Ой-ой-ой, как поставился. Ника, казалось, должен делать минус. И в итоге, парни, вы неужели отдадите такой раунд? Каджунб должен тащить. Ну. Бомба, конечно, ставится в закрытую. По подсадке инфа у Каджунба есть. Плюс молотов. Это размены молотовыми. И выкурили все-таки Каджунба. Не дали вообще возможности хоть что-то сделать. Да, действительно, 9-6. Очень аккуратно проработали вот против длины сейчас Оптик. И каждый думал, что он выйдет и убьет. И даже как-то не звал тиммейтов. Там играя немножечко синхронно одновременно. Все будет хорошо. Вот какая-то маленькая недооценка, причем у всех случилось. И, пожалуйста, результат. 3 раунда отрыв, а не один, как должно было быть сейчас. И
опять же, не берешь пистолеты, не берешь форс, не берешь первооружейный. И, в принципе, это уже финишная прямая для твоих оппонентов на победу. Так, как дела в комнате, пацаны? У кого там банан? Ага, все. Леги, кстати, присутствует со своей командой. Тренера, насколько я помню, два в команде, да, это Какафу. Это судья там хавает за спиной? Хавает, ну да. Кушает, принимает пищу. Вообще расслаблены абсолютно все на этом чемпионате. Ну, конечно. Напомним. Костик, не хочешь пиццу заказать? Прям сюда? Ну, все это сами, да, понеслась. Там, ребята, принесите нам, пожалуйста, чего-нибудь. А бассейн будет? Не знаю, только с бассейном согласен. Бассейн, да, он замерзнет. Кстати, когда наши коллеги комментировали саммит по дате, где-то здесь бассейн с уточками был, я помню. Но и теперь его уже нет. Итак, 9-6 сторона. Маленький, видимо, был бассейн все-таки. Да, для уточек. Для уточек, да, друзья. Пистолетка, которая очень нужна команде Оптик, если люди, парни, хотят все-таки на двух картах задавить бигам. Ну, соответственно, нужно дать камбэк, а конфиг дает хэдшоты уже на точке Б, минус Некс, и уже бомба вот-вот будет установлена. Но уже почти раунд выигран. Обычно вот в этот момент так думают игроки. Но давайте посмотрим, ну не все, конечно же. Как будет на самом-то деле? Большинство с установленной бомбой на точке Б. По букварям, по всем раскладам, по шансам. Это выигранный раунд для Оптик. Ну, по идее, да. Разве что какие-то ошибки. Вот с двух сторон, например, Тёмку могут сейчас зажать. Есть две флешки. Вот он Тапсон дает минус. А вот тут Гоби. И Юги. Хорошо. Тизен разбирается с плантом. И теперь самое важное. Юги, нельзя умирать Тёмке. Нужно держать ее под своим контролем. Каджун со своей частью задачи справляется. А вот с Муэ на ноге проходит Юги. Но времени уже нет. Даже с китами не хватит. Не запрыгнул Каджун, кстати, на платформу. Не получилось. Он хотел оттуда принять Тэшку. И кто кому повесит хэдшот? Ну, время. Время и все, диффузы есть, конечно, но... 250 подобрал еще прям за полсекунды до взрыва бомбы, таки повесил смачный Смуе. 9-7, красиво Оптик. Обе пистолетки на Дасте они выиграли. Так, полный экономический от команды BIG. Ну, уж такое точно Оптик не должны отдавать, но как там, 1% есть, может быть, меньше. Но шансы, конечно, минимальны. Одна хаешка в исполнении Гоба Би. Ну, давайте посмотрим, куда он ее оформит. Ну и смог, по идее, был там на мидл. Ну, укрепление длины. Там четверка, туда же, наверное, и хаешка должна была лететь, но Губи решил ее сохранить. Коль скоро не было никаких шевелений под длинным. В свою очередь Оптик занимают короткий проход под А-базой. Там по-прежнему беговое укрепление. Идея простая. Принять зигзаг, принять шорт. Одна хаешка у Губи. Только идет инфа, парни в шорте, летит сюда граната. Вот смотри, хаешка, Губи, где она? Оп. Помогло? Помогло. Что дальше? А дальше все. Думали, что побольше соберут. Приговорил просто. Ну все, ну видишь, было бы, может быть, две, там еще плюс игрок, может быть, получилось. Угадали, но вот мощности не хватило, там, исполнения, там, хэдшотиков. А может и хватит, посмотрим, давай. Да, вряд ли он уже. Хаешка на Смую. И по Гобби есть инфа. Снэппи тем временем разбирается с центром карты. Казум прокидывает. Все, точка поставлена. И, кстати, если Оптик выигрывают следующие, именно они выходят вперед на Дасте. Чего, я думаю, не очень многие из нас ждали. Но его еще нужно выиграть, ведь у Смуи появляется авик в защите. Так, да, Смуи опасен с этим девайсом. Хотя на карте Нюк, опять же, его полностью выключила атака команды Оптик. Но это была нелюбимая карта команды BIG однозначно. И, в частности, наверное, Смуи. Пока что, с другой стороны, скаут от конфига, снэппи на фармгане. Это будет сложно, конечно, выиграть. Все, конфиг уже там скинул пушку. Каджун бы уже прилетела с бэплента. Ой, как ломается раунд для Оптика. Сейчас бы желательно бы со старта выбить эти девайсы и еще один экономически вот заставить играть команду BIG. Но, как бы, шансы есть. Да, все на карте, все впятером, но, правда, 33 и 11 хп у Каджунба и конфига. Ну, конфига и Каджун. Все еще есть время, команда Оптик, но, знаешь, чувствуется разница в обороне у команды BIG в их расстановке и в том, что Оптик показывали в первой половине. У Оптик всегда было два опорника практически под Б-базой. Сейчас же бегами ставка сделана на А и ближние позиции под шортом, в КТ. Но и они... два игрока сразу на длине. В принципе, это логично, то, что соперник, скорее всего, там... в первом оружейном раунде может зайти тебе, ну, банально через шорт на точку А. Но, возможно, сейчас что-то все-таки посложнее, поинтереснее сыграют ребята из Оптик.
Ну, даже сплитбэк какой-нибудь было бы интересно. Первые смоки пошли. Запускают на центр Ника и Конфига. Бомбу в Т-шке вместе с Кожунбо. Пошли первые перестрелки уже здесь, на центре. В РСП, опять же, на Б-планте один игрок. Флешки нужны сверху. Кто-нибудь накинет или нет? Апсон забирает Конфига. Что там у Снэйпи? Он сделает фраг сегодня? Да. Дал, все-таки он спрятался. Как еще он там живет? Он ливнул обратно, проходят смую. Что с обороной Б-базы? Беги! Как вам ее прорвали? Да, конечно, КП у команды Оптик мало. Благодаря этому беги, могут позволить себе выбивание. Так, окно не пропустит или нет? 12 секунд, слышит бомбу, не успевает никто ворваться. Молик дают на плент, не туда. Еще нет китов. Неужели беги? Да все уже. Нужно сейвить? Да, нужно сейвить. Теперь уже нужно думать, как отсюда уйти. А не о том, как сюда ворваться. Они идут врываться. Куда же? Куда? Зачем? Вот и врыв. Вот вам, пожалуйста, Б-план Даста второго. Очень сложно для выбивания, даже при ситуации 3 в 3. Вспомните первую половину, когда Оптик, там, имея два Авика и Кольт против трех же своих соперников, уходили на сейв. Здесь выбивание в меньшинстве. Беги понимали, что в следующем раунде у них не будет денег, и все равно пошли выбивать. За что, конечно, оказались наказаны. Что случилось с Тапсоном? Что случилось с Тапсоном, друзья? Я не знаю, что с коэффициентами. Они вновь меняются очень жестко. Видимо, флешка через верх таки залетела. Потому что он опорник бы планта ничего не сделал. К нему просто подошли в упор и за ящиком там разорвали. Я так и не понял, что это было. Так, начало на разменах. Но нет. Каржут нормально все контролирует. Еще плюс информацию дополнительную дает. Ну и, наверное, дальше все выйдут на эту длину. И центр смотрит, им в спину не зайдут. Там Юджи посматривает с авиком. Мидл сейчас будет уже работать с ВП. Одного увидел, кстати. И попал. Уверенно навелся. Хаешка чуть-чуть не позволила Юге дать последнее убийство. 10-9. Оптик выходит вперед. На Дасте втором, друзья. На одной из сильнейших карт команды. BIG. Авик по-доброму. Ну, слушай, тут на самом-то деле букмекеры просто убрали только что бегов с карты. Да нет, все нормально. Вон девайс еще тут играть и играть. На этом втором Дасте здесь только нужно пропадеть Оптик. Целых 6 раундов. Да, конечно, некоторые из них, возможно, будут экономическими, но сейчас посмотрим, будут ли забирать ключевые. Вот сейчас было бы неплохо вновь выиграть этот раунд ребятам из Оптики. У самих денег не так уж и много, хотя, в принципе, этого запаса хватит, ну, как минимум, на 2 раунда, а то и на 3. За длину Оптик решили не сражаться, каких-то жестких индивидуальных сподвижек тоже нет. Ну а вот тот BIG поджим шарта. Но тоже в рамках классики вдвоем подошли, прокинули гранату на нижней. Ну и пока что абсолютно правильный упор. Вот знаете, сплиты Б опасно. На центре играл Смоя. И, в общем, и тому прилетело. 21 конфиг, 25 Смоя остается. Разбежались. Тапсон немножечко также залетело. 74 хп. Ну и никуда не спешит. Вот это классика. Действительно, второй даст. Медленно. Там 1-2 быстрых играет. И как же не... Нет, пропал Тапсон. И чуть-чуть у Ника не удалось перестрелять Некса. Снова АУК! Кстати, оказался эффективнее даже АК-47 в руках жесткого стрелка. Ну и раунд теперь уже спасти будет сложно. Ну, окей, можно, беги можно. Отыгрываются. Смотри, есть инфа, то, что один на пленте красный, это тот, кто сейчас будет принимать. Потому что на длине останется Гобби. Вряд ли они успеют за это время засвитчиться. И вот он, ну, как-то очень аккуратно вышли, да, дожимать парня в пленте. У конфига 21. Могли просто выйти забрать без размена первого, возможно, второго, и уже 2 на 2, и ты ставишь бомбу. И они это прекрасно понимали, но просто этот выход, какой-то свитч-девайс непонятный, прицел там где-то на ящиках гулял. А там уже и патроны у конфига заканчивались, думал, повесят хэт. Найс трай, но в любом случае беги отыгрываются. Что там, 7-15 у Некса. Вот знаешь, кажется, отрицательная статистика, но как важно было ему выиграть перестрелку с шартом. О, вот это вот больше на правду похоже. Тут, наверное, был побитель вообще всего БО3. Я, возможно, неправильно понял. Извините меня. О, великие букмекеры. Ну, а пока что два авика в защите остается. Юджи с ВП. Ох, он уже Гоба подловил. Вот это да. И не успел разменять его сейчас. Представитель BIG. Отличное начало для Оптик. Юджи, снайпер, подарил энтри-килл. Теперь в центре можно проработать соперников. Здесь не рискуют парни. Просто через смоки понимают все позиции. Смую услышали. Все, сплит будет быстро или нет? Учитывая то, что минус на точке. Но пока медлят Оптик. Уже не... перетянулся Некс. Да. Но, возможно, есть какой-то хитрый план у Дачал. Ой, точнее, Смуя. Он уже длину идет принимать, посмотрите. Он уже здесь. Ну, четко, конечно. Возможно, надеется Оптик, то, что Смуя еще остается в центре карты. Но Смуя
Уже ждет оппонентов здесь в шарте. Это, конечно, легкие фраги для снайпера, но не всегда. Смоя первый пошел, второго тоже должен забирать. Ну да, здесь два века слишком медленно работали. Хотя вот Смоя красный, конфиг его забирает, подставляется Некс в центре карты под Кожунба. И поймали Тапсона. Вот так внезапно снайперы делают, практически делают раунд для команды Оптик. Есть инфа по спине. Принимают сейчас Тизиана гранатами. 67% здоровья у того. Ну что, есть смоук, есть флешка. Ну, по идее, 2 в 1, хоть по одному хп должны такое принимать. Да, да, не смотрят в нужном направлении. Тут попробуй еще пройти. Флешка вообще за спиной. Ой, какой ужасный спрей. Есть шанс. Тизиан 41 остается. Конфиг 65, но ловит четкий тайминг. И... Ну, Тизиан тоже немножечко рискнулся с этим прыжком. Оптик, молодчаги, хорошо ответили. Также забрали раунд. И вот это был удар по зубам экономики BIG. 2500, 1400, все, бабло закончилось. Беги, вот это да. Неужели... Оптик могут 2-0 выиграть сегодня и выйти в суперфинал. А там еще дать жару команде Energy. Либо все-таки мистер Бриз не позволит вот так вот ломать себя. Ну, по такой игре Оптик как минимум выглядят более достойной командой, что ли, для гранд-финала. Понятно, Energy фавориты едва ли не всего турнира, но, черт возьми, датчане выглядят хорошо. 3Б, 3Б, посмотри, что там слушают, знают, что гранат не будет сейчас. Вот, опа, на ножка, все, выходим. Никто не выходит на размен, все, они понимают, что здесь уже никого нет, смотрите, никто не показался. Дали смоук, спокойно проверяют каждый угол, просто no chance. Бомба заходит. Раунд выигран. 12-10. Вопрос... Да, что там будет выбито? Будет ли вообще что-то выбито? Будет ли даже пытаться выбивать? Вот-вот-вот-вот, на плент, на бомбу ворвался! Ну, спасли! Смуя хитрый, а? Хотел все-таки наказать. Но не вышло. Не вышло. Ником. Контролит тылы на Титанике. Там по конфигу попадает Некс, что ли. Губи. Под суицидом тоже стоит, ждет. 12-й. И, кстати, далеко не факт, что там у BIG получит. 1900, да? Да, да, кстати, тут вообще надо... У Гобави $50, может, еще... Не, ну, не, должны, конечно, докупать, но все будет все равно очень неприятно и сложно. Итак, друзья, что изменилось по статистике? Тапсон 5-1, с энтрикиллами у него все хорошо. Но вот, например, Next 0-3, 1-3, Гобби. Смой 4-2 немного в плюсе играет по этому показателю. Очень, вот как раз Смуи, он очень много выходит на контакты. И также конфиг в исполнении, точнее, от команды Optic 4-2. Стартовые дуэли показатель. Ну вот снэпи 2-4 немножечко просел, Каджун по 1-3, ну и по, на данный момент АДР следующий, у Некса 47, ну давайте 48, где-то единицы урона за раунд, вот в среднем, это конечно пока что очень мало, Губи 55,3. И Каджун 99,9, то есть одного в раунд стабильно этот парень забирает, судя по показателям. Ну, беги. Наверное, этот раунд придется подслить. Но дальше еще остаются варианты. Мы вот часто хороним бегово. Да, по игре, может быть, Оптик и выглядят здесь как фавориты. Но ведь третью карту еще никто не отменял. Нет. Но просто уже ситуация посложнее. Смотри, сейчас бустанут экономику. То есть деньги уже, скорее всего, до конца основного времени, если там беги начнут тащить, назовем это так. А у бегов там, ну, банально там вот 13-10 не берут. Это, соответственно, еще один экономический 14-й, и там, конечно, будет все очень сложно. Ты играешь один оружейный, последний кое-как, возможно, докупишь, там все зависит от сейвов. Ну, посмотрим, возможно, действительно будет много сейвиться, беги, там, после первого минуса уходить, а возможно, вообще просто возьмут и просто один за другим потащат раунды, еще и вырвут победу здесь на Дасте, и потом заберут трейны и выйдут в финал, а потом и чемпионат потащат. Такое тоже бывает. А потом захватят планету Земля. Ну... Всякое бывает. Кстати, морозится, по-моему, игрок номер 7 Тизен сейчас в темку прошмыгнул и использовал свою позицию, грамотно сыграл, хотя бы на минус. Смоя последний. 1-4, бомба стоит на Б, ну, опять же, мы все понимаем, снэпи, нет, не заметил все-таки, видимо, соперника, а, был вообще, по-моему, не стрелял, Смоя это не... Видимо, послышалось. Минус от конфига. Очень простой фраг для этого парня. Да, с Каджунбом они хорошо раздают по 20 у того и другого. 20 на 10. Вообще Каджунб работает КД-2 после 23 раундов. Это действительно такие яркие цифры. Ну и опять же, многое, конечно, мы не видим. Там сколько кто слепит кого. Там, опять же, Словак на эпицентре вообще показал удивительную статистику. Он оказался там в два раза жестче по всем флешкам на чемпионате. То есть это там мисс ослепительный Словак написал твит. А оказалось, он еще, кроме этого, еще столько савика там наворачивал. А кроме этого, очень много такой четкой, ну, назовем это грязной работы, да. Раскидывал гранаты, давал флешки.
да. И так далее и тому подобное. Вообще, когда Словаку комфортно играть, он невероятный импакт носит для своей команды. Гляньте, с другой стороны, на вторую половину BIG один раунд взяли, просто посередине катки. Да, и ничего не получается. А у Nexus 7 фрагов. Конечно, не хотелось об этом говорить, но ладно. Призывают у наук в помощь. Два века по-прежнему с Муэй Тапса. Ну, как-то вот, ну вот тоже, если честно, вот немного всяких идей, немного разнообразия. Все довольно ожидаемо. Ой-ой-ой, по своему, что ли, профессионал? Да. Ну, вот он дал инфо о том, что в яму все-таки один прошел. Двиги успел заметить Гоба. Его пытаются забрать, но флешки летят одна за другой. И все-таки оптик, скажем так, упустили свою возможность. Ты выходишь на длину, а тебе стреляют в спину. Очень неприятная ситуация для команды оптика. Но тут еще можно поработать. Смотрим, дожимается яма. Дальше, может быть, и всю длину смогут постелить. Так, Гоп, иди сюда. Нет, Гоп не дает хедшот. А вот и ассист для Юджи. Ну и теперь уже и для Некса возможность чуть привести статистику в порядок. Сейчас Юги разменяют через верх, скорее всего. Снэппи, что ты там сидишь? Иди помоги. Он все-таки ждет кого-то в центре, но здесь никого нет. Там уже дожимают Юджи. Воу, какой минус. Но дальше уже выходит Некс на размен. Бомба также на длине. Но что... Ты же Снэппи такой тихий, спокойный парень, судя по всему, очень компанейский в плане вот общения с тиммейтами, сколько вот я видел команду Optic, и пора бы ему проявить тоже свой характер и затащить клатч. Реально ли? Нет. Тайминг плохой для рассеивающегося дыма. 13-11, что-то беги отыгрывают. Хотя, как сложно сейчас, проигрывая столько раундов подряд, обрушить экономику Optic. С другой стороны, у самих все на порядок хуже. Да. Второй аук появляется. Сейчас вообще они могут усугубить там себе ситуацию по деньгам вот этим взятым раундом. Им нужна очень жесткая серия. Следующий тоже необходимо забирать. Сейчас не берешь, все, 14, у тебя денег нет. Это соответственно, это 15. И, конечно же, там уже немножечко расслабится команда Optic и... Ну, по идее, сможет и будет иметь все шансы на то, чтобы дожать своих соперников, забрать вторую карту и выйти в суперфинал чемпионата. И так пока что медленный раунд. Через тэшку несется бомба, чекается мидл. Аккуратненько ребята пока что из оптик смотрят шорт, ждут Смую на карте. Смуя и команда BIG, ну, просто сидят по плентам. Сейчас, кстати, Стизи она услышит. Ой-ой-ой-ой, это фейк, это был фейк, да? Первый раз не запрыгнул, второй раз уже, видимо, решил, что ладно. Ну да, тут как-то да, запудрим мозги Каджунбу. Могли бы услышать. А вы пока, друзья, в чате напишите, как думаете, доживем ли мы до момента, когда 4 ауга и авик станет дефолтным, классическим баем для защиты. Вполне возможно, что так. Ну что ж, шорт уже под контролем команды Optic. На длину в этот раз ребята решили не пойти. Все-таки там уже как-то вот приспособились, приноровились беги, начали их со временем так принимать довольно плотно. Ну и вот, возможно, кстати, сейчас, возможно, будет раунд с двумя дымами и десантом. Мы его сегодня не видели ни от одной, ни от другой команды. Первый смог пошел. Но тут 5 нет, скорее всего, это все-таки не десант, 5. Хотя можно, да. Нет, не прыгает, конфиг просто решает выходить. Видел на подъеме Тапсона, но стреляться с ним на морозе довольно сложно, работает под Болотов. Оу, какой минус от Гоба, стрины на зуме, видимо, этот был хэдшот поставлен, Каджун на размене, Некс, размен от Юджи, 2-2, длина падает, Гоб пострадал, а вот бомба неприятно упала в КТ-спаун, нужно подбирать. А здесь Му, СВП, но есть Му, какая ситуация, бомба уходит на плент, 10 секунд до конца раунда. Каджун, лучший саппорт планеты Земля, по-моему, какие раскидки он дал, как он засейвил. Раунд, бомба установлена, при этом по СМУ, скорее всего, есть инфа. А статистики мы этих сувачков не увидим, да, это цифрами и фрагами не показывается, но как он четко запустил Юджи на плен с бомбой и уходит уже в спину сопернику. Ну, неужели пропустит? Неужели он сейчас пройдет на спуск? Это будет... Нет, не пройдет никуда. Минус от Каджун Би. Это 14 раунд для команды Optic. Отлично сыграно. Нет денег у команды Big. Пауза! Бигам нужно выдохнуть и понять, какими путями они в состоянии спасти текущую встречу, выйдя на третью карту. Хотя, что здесь? Вот что бы ты сделал? Целесообразно ли сейчас закупаться? Или лучше отдать 15 и попытаться взять 4 подряд? Не-не-не, ну, наверное, все-таки да. Зачем форсить уже? Мне кажется, что если уж команда может затащить столько раундов подряд, значит, надо поверить там в свои девайсы. Не знаю, реально ли сейчас на АВП себе накопить. Это будет второй подряд проигранный, 1900. Там у Гоба Би, например, 2500. Ну, да не важно, хоть нет. Тут пошел форс, как я понимаю. В принципе, там, да, там как-то так вот денег осталось предательски мало, что, в принципе, и особо ты ничего и не придумаешь. Ну, тут все или ничего. Тоже правильное решение.
С одной стороны. С одной стороны. Но если сейчас раунд не берется, будет, ну, такой же следующий, там, чуть лучше. Эх. А ну, нет, даже такой же. По-моему, последний в первой половине, беги, ведь выиграли форсом как раз-таки, да? Да. Ну вот если поставить паузу, допустим, это демка, то, ну, в принципе, все уже должны понимать, да? Скорее всего, команда «Оптик» просто заканчивает эту игру, потому что здесь два раза нужно обыграть пистолеты. Что может быть проще для атаки на втором дасте? Но в такой момент обычно и происходит магия Counter-Strike, проявляется характер и зарождаются легенды, но пока все довольно просто. Пассивная защита, через молики проходит шорт игроки команды «Оптик». Лонг, кстати, контролирует бомба, это снэпи. Даже респаун поглядывает, не заходит, нет, респаун, ну, должен по таймеру совсем скоро, если что, разворачиваться. Каджун спокойный, первый минус на центре карты, тоже смотрит поджимы, все ждут эти пистолеты поджимающиеся. Но их нет, они просто сидят по точкам. И это не очень хорошая тактика для реализации пистолетов с арморами. Ну да, ты ждешь, тебе приходит просто атака с калашами, с гранатами. Ну и вот ты дождался, собственно, да, как ты будешь с калашом-то стреляться. Так, ну ладно, может быть, что-то там еще получится, но, опять же, шансы, ну, они просто минимальные. Настолько грамотно сейчас отыгрывают этот эпизод «Оптик», ну и тут просто нечего предложить. Там выйти там на кураже, поставить хедшот, вылететь, что-то бешеное сделать, вот то, что могут делать там всякие фейс. Айфлешка от тиммейта залетела Гобу Би в глаза. Он думал пропушить под нее, но чудовищно в плане тимплея сейчас это было сделано. Ну или просто не туда ее отбросили, куда нужно было. Тапсон, он мог бы закончить. Ну, как закончить? Ничего он не мог бы на самом деле сделать. Его задавили просто числом 15-11. Я просто было смешно. Там 5 секунд до конца раунда, бомба уже не успевала установиться. Если бы он сейчас выжил, и раунд выиграл. Показательно. 1-0-1. Кстати, есть еще возможность со $100 сколько один заработать? Ну, тут да, тут надо, что я не знаю, быть с Скруджем Макдаком и поставить этот весь банк, в котором он купается и плавает, это золото. Да, но там чтобы проблема, хоть что-то заработать. Проблема в том, что ограничение по сумме ставки все равно есть. Черт возьми, Скрудж, я пытался. Ну что, отстрел длины, первого зацепили, второй уходит, но опять же, туда, да, такой же чуть-чуть хуже байт, бегов меньше, гранат докупил, все просто, выход, 5 длина, раскидываешь, просто приходишь, уничтожаешь, это вообще изи, это проще, чем тренировка, проще, чем ботов там на деме пострелять и закончить эту встречу и выйти в суперфинал. Круто, «Оптик», вообще не ожидал, но вы сегодня были достойны. Сколько же сейчас сил потрачено датчанами, чтобы прострелить машину? Насколько не уверены, что кто-то там сидит? Нет, все нормально. Там нет никого, парни. Проглючило. Если кто-то дал фейк-инфу, все, пошел раскид, флешки, ну и смотрим. Тут тоже спешить нечего. Спокойненько нужно выходить. Я проверяю друг друга. Ты посмотри, там проверил тиммейта после того, как тут проверил, да, машину. Все, все, выиграли «Оптики». Контрольный выстрел от Снэйпи. Это победа датской команды. Еще со счетом 2-0. Кто бы вообще мог подумать, беги были фаворитами. И мы пророчили, ну, как минимум, там, 2-1. Может быть, третья карта. Здесь внезапно «Оптика» даст закрыли. Ух. И нюк. 4 раунда только отдали бегам на нюке. Это было круто. Друзья, отличная игра. Спасибо датчанам за этот интересный матч. Ждем суперфинальную игру. Поработают наши коллеги Гомера Кроха. Мы с Костей на сегодня заканчиваем наше комментирование. Спасибо, что были с нами, но из трансляции не уходите. Опять же, все-таки нужно понять, кто кого. Energy могут или нет, как ты думаешь? Конечно, могут. Но они теперь фаворит. Energy в гранд-финале фаворит, хотя бы потому, что они проходили по верхней сетке. Но с такой игрой «Оптик» как минимум, ну, навяжут борьбу, это, наверное, немножко клишировано, так сказать, но их игра хороша. И здесь уже дело даже не в картах. Они вычеркивают кэш, и все остальные, они, видимо, готовы играть. При том, что, может быть, дело снова дойдет до нюка, и будет интересно посмотреть именно на нюк между Energy и «Оптик». Ну что ж, друзья, пока что небольшой перерыв. Оставайтесь смотреть суперфинал. Как сделаем это мы с Костей. Всем удачного вечера и пока.